Всем привет, с вами Макс и RexPro. И сегодня я буду говорить о теме спорт. Да, сегодня он вам будет рассказывать о спорте. Так, послушаем, что он нам хочет сказать. Сейчас. Ты занимаешься спортом, Макс? Конечно, занимаюсь. А каким ты именно любишь заниматься? На карте я хожу. Мне больше всего тоже нравится ходить на карате, там, ну еще на другие секции. А ты сколько на карате ходишь уже? Где-то 5 лет. Нет, тоже. Так, у меня второй синий пояс, а у тебя? Да, у меня тоже второй синий. А какие еще любишь это виды спорта, кроме карате? Например, ну часто футбол вот это, с пацанами во дворе гоняю. Баскетбол. Да. А вот что я не люблю, это волейбол. Ну а в основном, кстати, на море каждый день там тоже можно поиграть. Ой, на море, на каникулах летних. Да. На море езжу, там можно поиграть в волейбол тоже, ну, такой не этот, как в школе. Вот это мне не нравится. А пляжный волейбол вообще вот. Да. На песочке да. Там падаешь, не падаешь, вообще чётенько. Мне самое нравится играть в пенсионер. Ой, пионербол. Пенсионер. Это у меня осталось это внутри памяти. Да, пионербол это чётенько. Там особенно если с девочками играть, то команда мальчиков против девочек вообще моих тысяч, они лежат. Могу рассказать, что это такое спорт. И что это такое? Спорт – это организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в ее процессе. Ну, вообще-то, чётенько сказал, да? Прям подробно все объяснил тут, чтобы все знали, что такое спорт. Ну, в принципе, на этом можно заканчивать. Спорт. Да. Если вы хотите какие-нибудь еще видео, то пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать, например, об играх или об еде или всякой прочей. Также, кстати, вот мы хотим с ним скоро снимать Тираю вместе, но просто у него... У меня это седьмой Windows 8.1. Да, и... Пожалуйста, у кого такой Windows 8.1, то киньте ссылку в описании, в комментариях на Тираю, который пойдет на 8.1. Ну тогда да. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, на канал RexPro, ставьте лайки. Всем пока, с вами был RexPro и Макс.